Итак, друзья, всем привет еще раз. Сегодня у меня Huawei Accent G740. Вот. Или его база. Не знаю, как назвать. Телефон компании Orange. Со своим названием Yumo. Телефон, разбитый дисплейный модуль. Сейчас мы его поменяем. Так выглядит. Разъем тачскрина, дисплей. Включаем смартфон, снимаем крышку. Huawei-овская батарея. Вот она, модель G740. Так, разбираем смартфон. Так, секунду я ставлю на паузу. Так, прошу прощения, отвлекли звонком. Продолжаем разбирать смартфон. Винты одинаковые все. Сим-карта не хочет вылазить. Снимаем заднюю рамку. Еще один винтик под белой пунктой. Да, тут с сим-картой какая-то проблемка у пассажира. Да ладно, не будем ее трогать. Не хочет она вылазить, скорее всего, заклинила. Итак, смотрим разъем тачскрина. В принципе, можно подключить. Проверить разъем. Разъем тачскрина у нас находится вот здесь вот. Давайте аккуратно подключим. Застегнули, вставляем батарейку. Включаем смартфон. Загружается телефон.
составляет 1 гигабайт на данном телефоне. Работает на андроиде. Обычный смартфон, 5-дюймовый экран. Обычная бюджетка. Восемь гигабайт внутренней памяти, емкостный сенсор. Итак, загрузился телефон. Экстренный вызов. Все работает, как видите, нижние кнопки. Можем приступить к замене. Выключаем смартфон. Включаем дисплей, тачскрин. Не проклеенный у нас дисплейный модуль. Будем проклеивать. Снимаем батарею. Так, отсоединяем разъемы. Винтиков на системные платья я не вижу. Снимаем системную плату. Здесь будьте осторожны. Находится разъем кнопок. Так, смотрим расположение тачскрина. Вот у нас шлейф драйвер тачскрина. Так, это у нас, судя по всему, датчик. Я думаю, его нужно будет снять. Драйвер тачскрина. Да, драйвер тачскрина бы просто не пролез в отверстие. Очень важная вещь. Резинка. Уплотнитель датчика. Не потеряйте. Так. И вот здесь внизу у нас находится разъем дисплея. Итак. Ставлю на сепаратор. Вставляю 100 градусов. Сразу 47 градусов. Сепаратор у меня горячий. Совсем недавно снимал стекло. Поэтому осталось немного, пару минут. И после этого продолжим съемку. Итак, разогрели дисплейный модуль, достаточно горячий, температуру видите. Приступаем к съему. В хлам.
двусторонний скотч, достаточно крепкий. Часть, которая осталась у нас, должна находиться вот здесь. Рассеиватель подсветки. Так, ну, в общем-то, больше нас здесь ничего не интересует. Итак, друзья, снимаю двусторонний скотч. Вот у меня здесь остались. Видите, да? Да, я полностью со всего периметра после этого проклеиваю двусторонним новым двусторонним скотчем и дисплейный модуль и рамку, и после этого мы продолжим снимать. Помимо проклейки обязательно очистите как следует весь периметр боковины, чтобы не оставалось пыли, мусора. Итак, друзья, стоял на паузе порядка 20 минут. Бывает, приносят срочные телефоны, приходится все бросать и ремонтировать то, что приносят. Итак, специальным раствором сейчас я очищаю рамку после того, как снял двусторонний скотч. Вот, специальным раствором удаляю пыль, грязь, обезжириваю, проклеиваю рамку новым скотчем, который я недавно приобрел, достаточно хороший. Не знаю, как он маркируется. Выглядит он вот так. Проклеиваем другую сторону. Концы должны быть в стык, соответственно, ни в коем случае не внахлёст, что увеличит толщину скотча. Так. Итак, проклеили периметр. Прижмите его как следует к рамке.
Пройдитесь полностью по периметру таким вот движениями, чтобы не оставалось воздуха двусторонним скотчем. Удаляем защиту. И то же самое по тому же шаблону проклеиваем дисплейный модуль. Вот у меня уже проклеен, я это сделал. Вот. Удаляем пластик защитный, вставляем дисплейный модуль. Разъем дисплея. Через верхнее отверстие вставляем разъем тачскрина. Аккуратно опускаем на рамку. Можем сразу уплотнить, прижать. Так, смотрим, что у нас здесь не хватает. Резинка датчика. Ставим ее на место. Датчик. Далее. Системная плата. Паз. Да, сегодня день. Забыл. Сегодня день звонков, блядь. Забыл. Вставить разъем тачскрина. Застегиваем датчик тачскрин. Да, ну вот еще что я забыл. Ставить разъем кнопок. Вставляем, застегиваем. Сделайте эти, конечно, до того, как поставите системную плату в рамку. Так, застегиваем разъем последний нижнего модуля. Так, батарея, кнопки. Вставляем кнопки. Кнопка звука, регулировки звука, кнопка включения. Застегиваем рамку. Никаких щелей, ничего такого не должно быть. Включаем смартфон. Закручиваем винты. Винты одинаковые все. В принципе, на этом все. Это был у нас Huawei Ascend G740. Поменяли мы с вами дисплейный модуль.
загружается телефон. Все ровно, ничего не выпирает. Видите, да? Так должно быть. Подписывайтесь на наш канал, друзья. Задавайте вопросов. Вопросы. Не всегда получается отвечать. Очень много работы. Очень много вопросов. Поэтому извиняйте, если что, кому не ответил. Загрузился телефон, все в порядке. Все нормально. Итак, друзья, всем удачи в ремонте. До новых встреч, до свидания.